И вернемся к одной из главных тем дня – представление генпрокурора о снятии неприкосновенности и аресте Михаила Добкина. В чем же подозревают нардепа и что он сам думает о происходящем, смотрите в нашем материале. Генеральный прокурор Юрий Луценко просит парламент лишить народного депутата Михаила Добкина неприкосновенности, чтобы задержать и взять под стражу. Причину Луценко назвал на своей странице в Facebook. Подозревают нардепа в умышленном сговоре с группой лиц с целью завладения 78 гектарами земли в Харьковской области. Стоимость ущерба Луценко оценивает в сумму 220 миллионов гривен. Сам Добкин назвал выдвинутые подозрения давлением на оппозицию. Написал, что никуда не собирается уезжать, и даже отменил запланированную поездку в Иерусалим. А после того, как представление официально будет подано в парламент, пообещал дать развернутое интервью. Еще за 10 дней до нынешнего заявления генерального прокурора я предсказал, что после того, как были пойманы на взятки несколько депутатов, представляющих провластную коалицию, то власть для баланса будет искать кого-то из представителей бывшей власти, чтобы параллельно вместе с вновь проворовавшимися подать тех, кто имеет отношение к предыдущей власти. Напомню, генпрокуратура расследует дело о незаконном выделении земли в Харькове. Речь идет о так называемой кооперативной схеме. Подозревают, что за 6 лет чиновники, в том числе бывшие и нынешние мэры Михаил Добкин и Геннадий Кернес, раздали более 650 гектаров. И все своим людям. Создали 90 липовых кооперативов и выделили им бесплатно лакомые кусочки по всему городу, в том числе в центре и в лесопарке. В общей сложности нанесли городу убытков на 4 миллиарда гривен. Если афера будет доказана, причастным грозит до 12 лет тюрьмы.